какой-то минимальный я такой опа фиолетик ладно 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 краска гучу фляж боже я уже думал что у меня давным-давно все эти краски выбиты ну где же ну где же мой страйкер xt И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас будет стандартно нетрадициональный, наверное, какой-то видеоролик, в котором мы будем открывать контейнеры. Имеется такая вот интересная мысль у меня в голове, да и вообще у многих ребят, которые говорят, что с контейнеров в то время, когда у нас не имеется в игре челленджей, намного лучше падает дроп, и реально можно выбить какой-то уникальный скинчик. Сегодня мы этот, можно так сказать, теоретический факт проверим. Посмотрим дропы из контейнеров тогда, когда у нас челленджи не имеется в игре. Ну а перед тем, как мы начнем открывать контейнеры, я вас хотел бы попросить поставить обязательно лайк на данный видеоролик и написать в комментариях, какой скин самый крутой вообще вам падал с контейнеров. Интересно мне было бы вообще, конечно же, это узнать. Я думаю, что вам несложно это сделать. В один-два клика быстро хоп-хоп написали и продолжили смотреть наш видеоролик. Ну а мы плавно переходим к открытию. У меня сегодня имеется 52 контейнера. У нас на дворе 30 июля. Вернее, июня, какой июля, июль еще не начался. Ну и мы открываем контейнеры уже послезавтра у нас будет новый челлендж, но я сегодня хотел бы, конечно же, выбить что-нибудь крутое, что-нибудь уникальное. И кто, ребята, часто смотрит стримы, видосы, кто приходит, кто следит, тот знает, что уж страйкер это я точно очень сильно хочу выбить. И я буду надеяться, то, что он мне сегодня дропнет, ну, либо дропнет хотя бы что-то красивое. Давно я не открывал контейнеры и посмотрим, что у нас будет падать. Я, наверное, буду сегодня по одному, по пятерочке открывать. Пятнашку точно трогать не буду, потому что 15 э, белых свечений меня точно не устроит, плюс контейнеров не так много, у меня же все-таки нету каких-то миллионов, э, миллиардов этих контейнеров, свои чисто заработанные, поэтому давайте открываем э, второй уже 50 батареек, но ну батарейки нафиг они мне не нужны, я думаю, что с пятерочкой точно надо будет что-то сейчас пробовать, если нам будет вот такие вот свечения давать тупо белый или тупо зеленочка, чтобы хотя бы что-нибудь нормальное нам дропнуло. Я думаю, что надо пробовать открывать по 5. Пока вообще один беляк. Ну, давай попробуем пятерочку. Возможно, сейчас что-нибудь дропнет. Там немного крисов прибавило. Может быть, там что-то хорошее было, не? 10к. Х2. А, ясно, я понял. 5 голдов. Да, это явно не то, что я хотел здесь увидеть. Так, синие, 150 батареек, ну, тоже такое себе. Походу, тут как бы особо-то ничего не роляет. У нас пятнашка контейнеров-то улетела уже. Ну, давайте еще два свечения. Чё? Серьезно? Серьезно? Пять белых? Не, ну нет, 5 белых меня точно не устраивает, поэтому мы открываем еще пятерочку. Еще прямо сейчас пятерочка контейнеров летит. Но это просто какое-то фейловое, просто супер фейловое открытие контейнеров. И у меня уже складывается впечатление, что здесь абсолютно вообще ничего не роляет. И то, что открывая контейнеры, тут шанс выбить что-то годное вообще какой-то минимальный. Я такой, опа, фиолетик, ладно, 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 краска Гуччи Фляж. Боже, я уже думал, что у меня давным-давно давно все эти краски выбиты. Где вот эта вот краска вообще находится? Мне кажется, что вот это с этим с баллончиком, да, краска у нас? Это краска с баллончиком, а где она у нас имеется? Да, вот это вот это вот. Раз, два, три, четыре. Сколько этих красок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 красок с баллоном. И это еще не все? Серьезно? Сколько этих красок вообще имеется? Жесть, я думал уже давным-давно, у меня все они есть, и мне уже можно просто спокойнейшим образом выбивать что-нибудь годное, даже хоть какие-нибудь бы, лучше бы эффекты мне на выстрел какие-нибудь дропнули. Так, ладно, возвращаем лучше красочку, я надеюсь, что в этой краске нам должно дропать. И эту трицаху я буду открывать по одному, вот просто, да ну его нафиг, пять золотых, голды, ладно, голды мне не нужны, ой, вернее, лишними не будут ненужные голды всегда нужные голды лишними никогда не бывает так еще 5 голдов ладно хорошо но это явно не то что я хочу здесь увидеть сегодня 10 голдов ладно 10 голдов меня устроит Сейчас опять эти белые свечения пойдут. У нас осталось 24 контейнера. Половину мы уже, даже больше, чем половину мы открыли. И пока, грубо говоря, такого ничего сверхсочного, аппетитного и нагибаторского я здесь не увидел. 125 мин. Ну давай, ну 10к. Ну зачем мне ваши кристаллы? Мне вообще нафиг эти крисы не надо. Еще 125 двойной защиты. Ну год, что-нибудь годное. Давай, 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 дропни, 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 дропни. Девятнашка. Девятнашка. Пять голдов. Еще голдов. Ладно, хорошо. Давай, может быть, еще какой-нибудь. 125 двойной защиты. Ладно. Но... 125 ускорений, блин, пятнашка остается, но ну, не может быть такого, что вообще ничего не упадет с этих контейнеров. Но ну, не бывает такого, что с контейнеров вообще ничего не дропало. 14 контейнеров осталось, один беляк какой-то приходит. Просто одно белое свечение. И после этого, когда ребята говорят, что когда есть челлендж, падает хуже, чем когда его нету, тут как-то вообще, походу, ничего не роляет, вообще решает какой-то рандом дикий. Реально дикий рандом. Три дня према, да. Угу. Держите в курсе. Три дня према, да. Угу. Очень мне надо. Я понял, принял. Хорошо, спасибо. Пригодится мне ваш премиум аккаунт. Обязательно. Обязательно мне он пригодится. Так, у нас, если вы слышали, только что был супер аппетитный клик с очень интересного браузера, который теперь выдает какую-то дичь. И кто знает, кто шарит вообще, каким образом это вообще появляется. Прям какая-то шляповая полная фигня. 125 целерем комплектиков. Так, ладно, хорошо. 3500 кристаллов, 7 контейнеров. 7 контейнеров. И по сути, сейчас я еще вообще ничего годного не дропнул. Вот просто открыл 40, получается, 5 контейнеров. И что я здесь увидел? Абсолютно ничего нормального. Одно фиолетовое свечение. Ладно, еще три дня премиум аккаунта. Мне решили немножко премкой подкормить. Еще премкой подкормить. 9 дней према, окей. Но больше меня премкой явно никто не будет кормить. Да, 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 я что-то... Ну, эти три контейнера, понятно, что здесь это говно. Один раз говно. Два раза говно. И три раза говно, да. Не, ну я считаю, достойное открытие контейнеров, да. И без челленджей тоже круто, что падает. В скобочках и в кавычках. Я не знаю, где мой хороший дроп с контейнеров, когда мне он уже начнет падать. Но сегодня увидеть за 52 контейнера одно фиолетовое свечение. Давайте лучше оденем эту сейчас нагибаторскую краску. Покажем вообще ее в каточке, насколько она крутая, сочная, аппетитная и нагибаторская, где бы она у меня имеется. Я надеюсь, что это последняя краска, потому что она впереди у нас еще появилась. Но это как-то вообще печально, если честно. Я уж. Точно думаю, что скоро наконец-таки должны заканчиваться выпадение вот таких вот неинтересных явно красок. И начнет дропать, ну, хотя бы какие-нибудь там э, суперинтересные в золотом свечении, там анимашки или еще что-то. Но столько белого свечения видеть в контейнерах, я считаю, что это очень много и пора уже, чтобы с этих контейнеров начинало что-то дропать, да? Как краска, которая, наверное, скрывается в каких-то кустах, она, наверное, неплохо бы работала, но явно это не то, что я хотел выбить сегодня с контейнеров. В очередной раз мы летим за своим страйкером ХТ, и мы его не получаем. Я, конечно же, надеюсь, что совсем скоро я его выбью, потому что более чем я уверен, что в челленджах э, данного страйкера ХТ у нас еще давно, вернее, недавно долго не будет поэтому я не перестаю надеяться на то что я его дропну именно с контейнеров фриз хт я выбил одно такое вот самое интересное хт вооружение которое я очень сильно хотел я уже получил я думаю что ну повезет, это будет вообще просто супер круто. Никаких корпуса, ничего другого мне, в принципе-то, и не надо. Вот страйкер HT это прям вот самое то, что мне жизненно, наверное, таки необходимо. И то, что я реально хочу еще выбить с этих контейнеров. И ради чего я открываю настолько много их постоянно. Да, это, если не ошибаюсь, даже эти контейнеры у нас там половина с каких-то призов были за турниры, да, что-то должно было прийти. Плюс еще в танк марафоне там что-то приходило. В общем получилось у нас такой вот микс контейнеров в сумме, которых мне выдали, открыли вот такую вот пятидесяточку и ничего такого сверхкрутого, конечно, не увидели. Обидно, досадно, но ладно, будем ждать, что что-то начнет там дропать. Напишите, ребята, вообще еще в комментарии, что вам падает, вам падает тоже вот такие вот крутые свечения может вам Дропает что-нибудь интересное, а не так, как мне одна фиолка за 52 контейнера. Но у нас получилось не совсем достойно и не совсем круто. Вот такой вот видеоролик получился. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. С вами был мистер Ванька. Всем удачи и всем пока.